Всем привет, друзья! В этом выпуске ремонтируем планшет Digma, модель PS1040PL. Планшет принесли не включающимся, без признаков жизни. Сегодня данные проблемы мы будем решать. Со слов клиента, это случилось на руках. Планшет выключился и не включается. Притом сопровождалось все это тепловыделением. Задняя крышка довольно сильно нагревалась. Эту проблему мы сегодня и будем решать. Для диагностики необходимо будет разобрать планшет, к чему я, ребят, сейчас и приступаю. Для начала замеряем напряжение с аккумулятора. Напряжение на аккумуляторе отсутствует, что говорит о том, что аккумулятор ушел в защиту. Необходимо будет поднять на нем напряжение. Напряжение тоже отсутствует, что говорит о том, что контроллер батареи ушел в защиту. Необходимо будет поднять напряжение на батарее, но это чуть позже. Для начала мы проверим материнскую плату на паразитное потребление. Для этого воспользуемся нашим лабораторным блоком питания. Сейчас сделаю так, чтобы вам было все прекрасно видно. Подсоединяемся к материнской плате и, как видим, присутствует паразитное потребление в районе 1200 мА. Неудивительно, что аккумулятор так сильно разрядился. Сейчас необходимо будет скрыть защитный экран. С таким потреблением, я думаю, без труда определим, что именно у нас греется. И для вас я воспользуюсь тепловизором, чтобы вам тоже все было прекрасно видно. И подсоединяем. Греется он с нижней части в районе контроллера зарядки. Скорее всего, это он и есть. Сейчас сделаю покрупнее. Да, ребят, так и есть. Греется контроллер зарядки, и, скорее всего, в нем и есть проблема. Здесь у нас контроллер SW05. Его мы будем менять на аналог фирмы BQ24157A. Такой у меня есть в наличии. Я думаю, без проблем все после замены заработает, но покажет время. Сейчас переходим за наш паяльный столик и приступаем к этапу демонтажа и, естественно, замены. Для замены контроллера зарядки нет нужды полностью снимать материнскую плату. Для этого просто достаточно сделать воздушный зазор. А также буду использовать насадку 6 мм и температуру 280 градусов. Все готово, ребят, контроллер зарядки мы с вами припаяли. Теперь можем перейти к этапу проверки. Сейчас сделаю так, чтобы вам тоже было все, ребят, видно. Пока мы с вами паяли, заряжался у нас аккумулятор.
И как видим, ребят, планшет наш ожил. Дождемся батарейки. И есть батарейка. Сейчас мы убедимся, что не осталось паразитное потребление. Отпаяем плюсовой контакт батареи и переходим за наш лабораторный блок питания. Как видим, все прекрасно подключено. Подсоединяемся к нашей материнской плате и к плюсовому контакту. Сейчас паразитного потребления нет. Если нажать на кнопку включения, есть потребление и есть включение. Как видим, проблема решена. Можно приступать к этапу обратной сборки. Вот и все, ребят, очередной выпуск подошел к концу, планшет мы с вами починили, основная проблема оказался высший строй контроля зарядки, после его замены все прекрасно заработало. Как обычно, какое-то время тестирую, если все будет хорошо, буду давать клиенту, ну а вам, конечно же, спасибо за просмотр и до новых встреч!